Богатый ассортимент камчатской рыбы и икры. На выставке продажи икры и камчатской рыбы представлена продукция для настоящих гурманов – холодного и горячего копчения. А для особых ценителей – слабосоленая. А почему вы здесь решили купить? Да? А где еще? В Рязани я больше не видел, не слышал. Ну, разнообразие здесь побольше, конечно. Вот. Ну, не знаю, решили сегодня купить. Камчатский край невероятно богат на рыбу. Огромное количество озер и рек делают этот край невероятно привлекательным для рыбаков. А весь улов – это экологически чистая продукция, уверяют продавцы. В ассортименте видов как белорыбица, так и белуга, палтус и тунец. Всего 35 видов рыбы. Но самым главным богатством поистине считается чевыч. Он и пользуется большей популярностью у рязанцев. Еще бы, не зря эту рыбу называют королевским лососем. Во-первых, вот чевычу я все время беру, она очень вкусная рыба. И по сравнению, как у нас чукапу продают, это лучше. Другой камчатский деликатес, который здесь можно приобрести, это икра. Состав натуральный, уверяют продавцы, сама икра и соль. Она богата витаминами А, Д и Е, а также белками, фосфором, кальцием и полиненасыщенными жирными кислотами. Выставка-продажа икры и камчатской рыбы расположилась у торгового центра «Премьер», рядом с центральным входом. Она будет работать до 9 октября включительно. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».